Почему я вас собрал за круглым столом? Не знаешь? Нет. А ты знаешь? Не знаешь. 2 дня назад у меня было много работы сейчас, и я не успел с вами поговорить. Помните, я вам звонил? Почему ты и ты начинаете обманывать? Кого? Вы маму обманули, потом вы плохо вели себя с няней, выдавили Камилу, помощницу. Так. Папа. Да. Дети на меня накричала, и я упала с лестницы. А тебя толкал кто-то? Тебя бил? Нет. А накричали почему? Потому что ты целый день себя плохо вела, я посмотрел по камерам. Да? Честно скажи. Молодец. Ну? Знаешь, что было дальше? Скажи, что было дальше? Я не знаю, не помню. Не помнишь просто? Скажи, что было дальше. Я все знаю. Я не хочу, чтобы это повторялось больше. Ты извинилась перед Кристиной и перед помощницей Камилой? Да? Да. Мы не договорили. Обещайте, что будете себя хорошо вести. Не обижать взрослых. Слушаться. Да? Это последний наш разговор? Угу. Обещаешь? Да. Давайте руки кладите на меня. Вставай. Давай, клади. Скажите, обещаем, папа, больше так не будем себя вести. Обещаем, папа, больше так не будем себя вести. Все, я вам верю, давайте руку. Ну все. А что у тебя с лицом, дочь? Я загорела, и мама мне намазала. Mm-hmm. И загорала. Загорала-то? Ага, это метамины. Что это? Это метамины. Метамины, да. Хорошо. А мне никто не дает загорать. Даже мама. Да? А мама сама любит загорать, как думаешь? Она загорает сама, а мне не дает загорать. Я тоже хочу. Ну, а почему ты? Почему? А почему родители загорают, а я нет?